Так, справляйсь. О. Ира. Вольно. Военно-моряки и все присутствующие гости. Сегодня день военно-морского флота Советского Союза, а сегодня России. Этот день помнит многие поколения, которые присутствуют сегодня здесь. Вот Глеб Алексеевич, подводник Северного флота, ветеран войны, и многие здесь, которые в строю. Поколение 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. Этот день сегодня отмечает вся Россия, потому что знает, что такое военно-морской флот. Но отмечает и весь мир, знает, что такое военно-морской флот России. Эту традицию у нас в городе начал Олег Валентинович Кулаков. Он прекрасно все это организовывал. И мы сегодня от вашего имени побывали у него на могиле. Помянули и сказали, что традицию, которую он завел, мы должны сохранить. Поддерживайте? Да. Молодцы. Нас сегодня пришли поздравить глава района Князев Владимир Матвеевич. Пожалуйста. Военные моряки, матросы, мичманы, офицеры. Сегодня, в этот воскресный день, я поздравляю вас с действительно великим праздником, с праздником военно-морского флота. Наша Россия – это великая морская держава, а морской флот – ее опора, это гордость России. Военные моряки – это те люди, которые обладают качествами, мужеством, стойкостью, упорством, смелостью, взаимовыручкой. Я думаю, что все эти качества присутствуют в каждом из вас. Я поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы ваша дружная семья, вот эти начинания, которые Олег Валентинович Кулаков смог организовать вас, смог сплотить вас и достойно отмечать этот праздник, они продолжают. И сегодня хотелось бы мне, вот Виктор Николаевич вспомнил Олега Валентиновича, мы вспоминаем его все. Мне хотелось бы его сейчас почтить минутой молчания. И сказать без нет. Праздником вам! Я желаю вам успехов, удачи, чтобы вы были всегда вместе, всегда дружны, всегда помогали друг другу. Еще раз праздником вам! Так, в ответ на поздравление троекратное! Ура! 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 Так, пожалуйста, кто хочет сказать слово? Есть желающие? Оратор едет. Скажи добро, только недолго. Да, короче, что хочу сказать. Братва, хорошо, что мы здесь. Морская братва, правильно называется. Да, братва. Братва, мы сегодня собрались, конечно, подстадикать и что там это. А почему у тебя полоски широкие? Да все равно две. Но все равно две. Было молодое время, когда меня... Дебилятом я когда только на корабль пришел, мне сказали, сколько на корабле полосок. Я бог его знает, что откуда, что я молодой, не знаю, что. Сколько еще полосок, что. А кажется, всего две. Что подводники есть? Короче, братва, я вас всех поздравляю с праздником, желаю всем удачи, всего-всего. Ну и то, что мы собираемся на будущий год, так же, чтобы компания была нормальная такая, офигенная. Спасибо. 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 Спасибо.
Так, да, добро. Кого-то тянул, тянул. Значит, инженер-конструктор Севмаша Северодвинск, атомных подводных лодок. Да. Валентин Яковлевич, Чупров. Да. О, да. Который меня... строит этот подвод. Сегодня у меня день военного морского флота. Но я, поскольку день подводника здесь не бываю, отмечаю Севмаша, поэтому от имени Совета, Международного Совета ветеранов-подводников поздравляю весь военно-морской флот России, Советского Союза с великим праздником. И дополнительно информирую, что в Сервинске заложена новая лодка 5-го поколения супер-ВКС. И одновременно посвящена в честь 70-летию городу, родине атомных подводных лодок. Спасибо. Заберет во мне чайник, да? А вы не знаете? А вот вы представьте, выйдите, пожалуйста. Офицеры, действующие офицеры, правильно? Попасть. Давайте попросим. Попросим. Так. Значит, продолжение традиции. Идем сейчас до либеральной доски наркома военно-морского флота первого. Затем после этого возвращаемся. Якорю. Ну а потом свободный ход. Итак, равняйсь. Внимание. Смело. Вера. Левая налево. Право плечо вперед, шагом, марш! Три!
Дан приказ не перейти на караву. Это значит, что скоро, ребята, будем бегать. Маленькие овцы. А где российский? Ладно, российский. Поверни, чтоб... Так. Да, самое главное, российский, чтоб... Его немного... Вот отрезки здорово видно от российского. Не-не. Ты его как бы так сделай, чтоб его ветром так вот дуло. Во-во-во-во-во-во-во-во. Вот так. Все замечательно. Все хорошо. Везде посмотрю. Так, и пока не расходимся. Не расходимся. Пока не расходимся. Не расходимся. Стави, стави, сюда, сюда, сюда ко мне, иди, иди. Всех, всех. Дай тебя. Всех. Видно. Сейчас нас еще снимут с Европинска. Так. Сейчас все. Все, спасибо. Не расходимся. Не расходимся. Сейчас, минутку. И наши гости, сегодня день военно-морского флота. И традиционно мы с вами собрались на берегу нашего небольшого, но прекрасного моря.